дипломом участника. Вы знаете, что нет сегодня на нашем чемпионате победителей и проигравших. Вы сегодня самые классные. Итак, мы начинаем с дипломов участника. Награждается Хара Виктория дипломом участника. Виктория Хара, аплодисменты. Виктория, выходите к нам. Вот это вам все из рук наших участниц. Дипломом участника. Участниц. Дворникова. Дворникова Диана награждается дипломом участника. И из рук наших организаторов поздравляем, Дианочка. Дипломом участника Хара Виктория награждается. Виктория Хара награждается дипломом участника. Виктория Хара. Ага, а вот что у вас, два диплома? Ага. Дипломом участника... Вот так бывает. Бурцева Мария награждается дипломом участника. Маричка, это вам. Дипломом участника награждается Авдеева Юлия. Юлечка Авдеева, диплом участника наша Мэри Поппинс. Диплом участника Пушкина Альбина. Где эта девушка прекрасная, Альбиночка? Вот это ваш диплом участника. И наши аплодисменты, да, поддерживаем друг друга. Мешкур Анна награждается дипломом участника. Поздравляем, Анечка. Дипломом участника Анна награждается Панасенко Анастасия. Анастасия, давайте быстрее, так не ходят со своими дипломами. Поздравляем, поздравляем. Ну что, что у нас дальше? У нас дальше, дальше, дальше. Итак, третье место в категории дуэты. О, нет, вас простите. Воздушные полотна, 7-9 лет. Третье место. Костюк Милана. Третье место, бронзовая медаль. Вот, медаль вот из рук наших судей именитых. Спасибо вам, Миланочка. Вот это все время уходит, Анастасия, давайте. Второе место, категория 7-9 лет. Воздушные полотна. Лунева Владислава! Вот она! Славочка, поздравляем тебя, поздравляем! Да, вот и серебряная медаль, и первое место в этой категории Учеван Анны! Анечка, поздравляем, поздравляем! Медаль, конечно! Воздушные полотна, 7-9 лет любители. Второе место Линская Марина! Маричка, вот она, самая маленькая, 2 года занимается, вот. Да, можно. Сертификат. Это мы кому вручаем? Первое место в категории воздушные полотна 7-9 любителей. И сертификат 15% скидочка на кольцо. Вареник Дарье. Дальше, следующая категория. Воздушные полотна 7-9 лет профессионалы. Третье место. Безотоносная София. Второе место в этой категории. Радишевская Вероника. Первое место и сертификат на 15% скидочка на кольцо получает Мельник Маргарита. Следующая категория. Воздушные полотна 10-13 лет начинающие. И третье место. Кисриева Полина. Второе место в этой категории. Морская Шмалей Вероника. И первое место Волик Елизавета. Следующая категория – воздушные полотна 10-13 лет любителей. И третье место – Легкодимова Евгения. Второе место в этой категории – Труд Виктория. Первое место и сертификат на 15% скидочки на одежду от Rimar Sport получает Кубарь Мария. Следующая категория. Воздушное полотно 10-13 лет профессионалы. Плаксина София. Третье место. Второе место здесь. Данилет София. Первое место и сертификат на 15% скидочку на кольцо. Матяш Анна. Ань, мы тебя поздравляем. Смотри, сколько подарков, призов. Это все тебе. Награды, медали находят своих победителей. А мы двигаемся дальше. И сейчас следующая категория. Маленькая чемпионка в категории воздушные полотна. 5-6 лет новички. Гаджун Екатерина. Первое место. Екатерина Катика. Вот, 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 вот. Первое место. Давайте похлопаем самой маленькой участнице нашего чемпионата. Сертификат на 20% скидочку на одежду.
получает и первое место свое заслуженное — Пугачева Иванна. Категория «Воздушное полотно» 14-17 лет. Следующая категория — «Воздушное полотно» «Профессионалы». Второе место — Нетребко Анна. Поздравляем. И первое место и сертификат на 20% скидочку на одежду у Черносколовой Татьяны. Поздравляем. Первое место в категории «Воздушное кольцо» 5-6 лет у Тараненко Николь. Второе место — «Воздушное кольцо» 7-9 лет новички Май Борода Амина. Первое место — категория «Воздушное кольцо» 7-9 лет новички Шила Карина. Первое место в категории «Воздушное кольцо» — профессионалы и сертификат 15% скидочка на одежду — Борода и Кири. «Воздушное кольцо» 7-9 лет любители. Второе место — Линская Мария. «Воздушное кольцо» 7-9 лет любители. И первое место — Макаренко Анастасия. «Воздушное кольцо» взрослые. Третье место — Аполлонина Александра. Умничка, перетанцевала, молодец. Второе место и сертификат на 35% скидочка на «Воздушное кольцо» получает Карасева Ирина. И первое место и сертификат на 35% Колосовская Александра. Третье место в категории «Воздушное кольцо» 10-13 лет Легкодимова Евгения. Второе место — «Воздушное кольцо» 10-13 лет Задирака Альбина. И первое место — Убевс Анастасии. И наш очаровательный дуэт — Макаренко Анастасия и Борода и Кира. Первое место. И хотим еще. Вот такой у нас есть сертификат от Rimar Sport. Сертификат на приобретение воздушного кольца, любого, которого вы выберете, хотим вручить школе «Невидим тренера, правда», города Токмак. Если вы есть, подойдите, пожалуйста, мы вам вручим. И дети, не разбегайтесь, давайте сделаем общую фото.